Макеты машин для детских садов. Ковровчанин Василий Лютницкий покорил сердца детей, их родителей и даже воспитателей изобретательностью и креативом. Для малышей он конструирует грузовики советской эпохи, строит игровые домики и песочницы. Все поделки изготовлены бесплатно. Василий готовит их в собственной мастерской. Процесс создания занимает 200 часов. Свою работу Василий записывает на видео. Макеты автомобиля он собирает по фотографиям, чертежей нет. В основном работаю с деревом, также с металлом, когда нужна сварка и другие работы. На создание такого грузовика в целом уходит от 2 до 3 месяцев. Именно таких грузовиков я уже сделал 4. Это был ГАЗ Астовер, ЗИЛ Рок, Урал Металл. И вот последний был КАМАЗ Джаз. Мастер регулярно закупает пиломатериалы и краску, используют электроинструменты. У каждого грузовика даже есть свой номер. От настоящих машин макеты отличаются только размером. Первые 3 большегруза установлены в детском саду номер 23, а последний в саду номер 37 города Коврова. Василий останавливаться на этом не планирует и уже рисует новые идеи для создания следующих шедевров.